Храм в поселке Бица, построенный в 2015 году, является единственным в России, посвященным великомученице Марине Антиохийской. Ее вспоминают в православной церкви 30 июля. Соответственно, в этот день прихожане и духовенство отмечают престольный праздник. Поздравить их и принять участие в божественной литургии приехал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Марина Антиохийская – христианская дева, почитаемая в лике великомучениц. Она жила на рубеже 3-го и 4-го веков, во времена гонения христиан, и причислена к лику святых за многочисленные чудеса, но главное за то, что под пытками не отреклась от своей веры. Очень важно найти в жизни главное, потому что в жизни много всего и главного, и второстепенного, и, наверное, беда, когда местами эти вещи меняются. Великомученица Марина, будучи юной, несмотря на это, что была весьма молоденькой, она нашла в своей жизни главное – веру, и даже Господь сподобил ее подтвердить эту верность своей кровью. Вот, наверное, хочется всем нам пожелать уметь находить в жизни главное. По традиции, в престольный праздник после литургии совершается молебен с крестным ходом. Священнослужители, прихожане и гости обходят храм с хоругвями и иконами. В заключении торжественной службы с проповедью к собравшимся обратился архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Господь в заповедях своих говорит о том, что тот человек увидит Бога, который чист сердца. Вот все наши труды с вами здесь, в земной церкви, в этом пути жизненном, и направлены на то, чтобы сердце свое очищать. И какой же праздник без угощений? Для прихожан приготовили пирожки, конфеты и морс. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.